Понедельник. В Самарской области ожидается ясная и малооблачная погода. Местами пройдет кратковременный дождь. Сохранится очень жаркая погода. Днем 34-38 выше 0, ночью плюс 23-25 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью от 3 до 7 метров в секунду. В Сызрани небо закроют облака. Днем плюс 36, ночью 24 градуса тепла. Ветер южного направления 7 метров в секунду. В Тольятти ясно. Днем плюс 36, ночью плюс 24 градуса. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, пройдет небольшой дождь. Днем 34 градуса тепла, ночью плюс 23. Ветер южный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 34%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.